Друзья, всем привет! На днях собираюсь поехать порыбачить на большую реку, половить леща. И сейчас вам покажу очень простой способ, как быстро приготовить сало. Наверняка многие этот способ знают. Ну, в конце будет одна небольшая фишечка, которой немногие пользуются. Так что, если кому-то интересно, смотрите видео до конца. Итак, нарезаем сперва сало вот такими полосками по 0,5 сантиметра толщиной. Сало подойдет как свежее, так и уже соленое. Шкурка нам не нужна, шкурку отделяем. Затем нарезаем, ну, примерно одинаковые квадратики. Примерно вот такие вот кубики должны получиться. Какие-то чуть побольше, какие-то чуть поменьше. Дальше все это дело перекладываем в какую-нибудь емкость. Вот на такое вот количество потребуется одна головка чеснока. Берем чеснокодавку и туда все это дело выдавливаем. Как известно, сало очень хорошо чеснок впитывает. Получается обалденная насадочка для ловли нырной рыбы. Теперь все это дело нужно очень-очень хорошо перемешать. В таком виде сало уже можно отправить на пару дней в холодильник, чтобы оно настоялось. Но сейчас я вам покажу еще одну фишечку. Берем панировочные пшеничные сухари и это дело все пересыпаем. И также тщательно перемешиваем, чтобы сухари обволокли каждый кусочек. Сделал я это для того, вот как вы видите, чтобы каждый комочек был по отдельности, то есть его уже несложно будет взять из емкости, в которую вы это потом пересыпете, насаживать на крючок. Вот такая вот красота, друзья, получилась. Каждый кусочек отдельно. Теперь накрываем все это дело крышкой и отправляем на пару дней в холодильник до рыбалки. Через пару дней всю эту красоту можно переложить в фольгу, завернуть. И если вы собираетесь там не сегодня, а через неделю на рыбалку, отправить все это смело в морозилку. Рыбачить на такое сало очень просто. Нужна снасть с большими крючками. Большие крючки для того, чтобы отсечь мелкую рыбу. Одеваем на крючок кусочек и дальше сверху фиксируем все это дело пенопластиной. Вот такой вот бутербродик должен получиться. Его отлично клюет лещ, ясь, ну и другая мирная рыба. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите обязательно что-нибудь в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Свои варианты предлагайте. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока.